мен денсаулық кепілі болса, ел жұрт үшін ұлттық намыстың көрсеткіші мемлекет мерейі. Арма қадірлі Хромтау ауданының тұрғындары, Хромтау медиа YouTube арнасының көрермендері. Тұғырлы тәуелсіздік бағдарламасының қадірлі қонағы 30 жылдықтың олжасын қанжығасына байлап келген. Волейболдан ұлттық лига арасында өткен Қазақстан Республикасының 29-шы чемпионатының жеңімпазы 2020-21 жылдың үздік либерасы Мадина Бекет. Мадина, студиямызға қош келдіңіз, көңілгейіңіз қалай? Все хорошо, настроение хорошее. Мадина, енді алған әсерімен бөлсе отырсаң, чемпион атану қалай екен? Ощущения как бы не прям такие, что вау, просто мы уже становились чемпионами в детской лиге. Ну, это, конечно, не детская лига, это уже выше, но это классно. Я әрбір спортты жан-тәніңмен жақсы көрсең, қайтарымыда игілікті болады дейді. Үнемі чемпион атанып жүргеннен кейін әсерің енді бір қалыпты екен. Дегенмен алаш шайбынын асқақтата беруіне тілектеспіз. Келесі сұрағым, Алтай, үздік Алтай волейбол командасында өнер көрсетіп жүрсің, мүшесі. Бұл командаға қалай бардың, ұсыныс түсті ме, кіммен ақылдастың? Ну, это было в 2017 году. На тот момент завершались игры детской лиги. И тренер Ринат Серич решил отправить меня на просмотр в Боровое, в команду Алтай. Там присутствовало множество игроков с большим опытом. На тот момент тренером волейбольного клуба был Матвеев Денис, и от него мне поступило предложение пройти в команду Алтай. Бұл екінің біріне бұйыра бермейтін бақ шығар, я? Өйткені, өткен бағдарламамызда кішкентай волейболшылармен сұхбаттасқанда Алтай командасына барғым келеді, сол мақсатым деген еді. Енді бұл командада мүшелері қалай қарсы алды, жалпы командада жұмыс жасау қиын ба? Ерекшелігі? Ну, трудности, конечно, были. Это в том, что физики намного больше там, двухразовые тренировки. Тренажерный зал через день, то, что я была вдали от дома, вот. Ну, различия, конечно, есть командного вида спорта и спорта, где спортсмен выступает один. В команде, конечно, каждый должен быть друг за друга, потому что в разнобой победы никак не достичь. Как говорил наш тренер, команда – это как пальцы на руке. Все должны быть вместе. Ауыз бір шілік болу керек дейсіз ғой. Жалпы осы Алтай волейбол командасында ойнай жүріп, қандай тәжірибе жинақтадыңыз өзіңізге? Не түйдіңіз? Үш жылдың жүзі болды, я, ойнап жатқаныңызға? Ну, опыт, конечно, большой, потому что играть на таком уровне с такими игроками, которые уже долгое время играли со сборной, играли на чемпионатах мира. Вот. После детской лиги я приехала в 2017 году в команду «Алтай-2». Это была на тот момент дублирующая команда. Постепенно мы выиграли мы дублирующие игры, и нас направили в национальную лигу команду «Алтай-2». Два года мы играли в национальной лиге командой «Алтай-2». Ну, нам было тяжело, потому что мы были самой молодой командой. Трудностей было много, много моментов, которые не получались. Нам просто не хватало опыта игрового. Мы его набирали. По итогу в прошлом сезоне меня позвали в команду «Алтай-1» быть либером вторым. Мне было очень трудно, очень тяжело, так как у нас часто менялись тренера, и игроки там были постарше. Но они помогали мне, если что-то не получалось. Много чего не получалось в элементах, но тренера помогали, и команда как бы была дружная и подсказывали в некоторых моментах. Мадина, енді жеңіспен жеңілістің қатар жүретіні анық, десе де есте
сақталып қалатыны жеңілістер шығар. Сол арқылы түйін шығарып, сабақ алып, жеңіске ұмтыласыздар. Жалпы ел ішінде емес, әлемдік додаларда да ел намысын қорғап жүргеніңіз анық, оны баршамыз білеміз. Ендеше ойын барысынан бір видеоматериал тамашалап алайық, назар салыңыздар. Мадина, жаңа бейнематериалдан көрдік, ұшпа доптың ұшқыры екенсің, жеңісті сәттерің көп болсын. Жалпы ең есіңде қалған қызықты ойын барысынан бір естеліктеріңді айта отырсаң, және мына алып отырған жүлделеріңді таныстыра өтсең. Самый интересный момент, который мне запомнился, это было примерно в 2015, может быть, 2016 году. Это был чемпионат Казахстана среди девушек 2009 годов рождения. На тот момент нас не хотели допускать на соревнования. Сказали, что будет допущена только команда Актюбе. Но каким-то чудесным образом мы оказались на этих соревнованиях. В тот момент у нас очень были интересные игры именно с командой Актюбе. И вот 6 ноября, помню этот день как вчера, у нас была принципиальная игра с командой Актюбе. Тренер сделал собрание, собрал всю команду. И объявил, что мы должны обязательно выиграть ее, так как 6 ноября – это мой день рождения, и эта победа будет посвящена именно мне в качестве подарка. Бәрекелді, бұйырған кетпей, жүгірген жетпей дейді, әйтеуірі жеңіске жеттіңіздер сол күні. Енді жаңа айтып өттім, мына жердегі жүлделеріңмен таныстыра өтсең. Это медаль с Кубка Республики Казахстан 2020 года. Эта игра была тяжелая, мы проигрывали две партии, третья была решающая, и мы знали, либо мы зацепимся за эту игру и будем играть дальше, либо все, игра закончена. Мы играли с командой ЖТСУ, это наш принципиальный соперник, очень сильная команда. Вот мы собрались, тренер нам дал установки, команда тоже была собрана, и мы выиграли Кубок Республики Казахстан. Бәрекелді, бар күш-жігерлеріңізді жұмсап, аянбай жеңіске жеттіңіздер. После Кубка Республики Казахстан сразу играется Суперкубок. Это играют две команды, которые заняли первые и вторые места. Мы играли с командой ЖТСУ. Ну, эта игра была полегче, чем Кубок. Мы выиграли 3-0 и получили эту золотую медаль. Жарайсызды. Это медаль с чемпионата Казахстана. Мы играли 5 туров, команд было 8. Было очень долго и тяжело. И мы шли к этому очень долго. И все-таки мы заняли первое место. Этот кубок с первого тура чемпионата Казахстана, он проходил в городе Талдыкурган. И меня признали лучшим игроком команды Алтай. Бәрекелді, үздіктердің үздігі атана беріңіз. Этот кубок лучшего либера сезона 2021 года. Меня признали лучшей.
Байқап отсақ, қай жерде де жеңістеріңіз көп, үздік атанған екенсіз. Жалпы жеңісіңіз көп па, жеңілісіңіз көп па? Поражений, как и побед, было много. Все начиналось, конечно же, с поражений. Мы только входили во вкус спорта волейбол. Потом, со временем, мы начали занимать места, мы очень радовались и входили в кураж, нам это нравилось. И мы стали в детской лиге 6-кратными чемпионами Республики Казахстан. После этого в команде «Алтай», Усть-Каменогорск, «Алтай-2», мы заняли в дублирующей команде первое место. Нас отправили в национальную лигу. Ну, там, конечно, нам не хватило опыта, чтобы занимать призовые места. Мы набирались опыта. Мы не были в призерах. После этого меня отправили в команду «Алтай-1». И в прошлом сезоне мы заняли второе место. В этом уже стали чемпионами. Кискелен жеңіс ол әрине бір жағынан бақ болса, екінші жағынан тыңғылықты дайындықтың арқасында келет. Соның бірі жаттықтырушылардың еңбегін осы жерде айтып кетуге болады. Ең бірінші жаттықтырушың кім? Жеңіске жетелеген алғашқы бапкерлерің? Моими детскими тренерами были Молдашев Дорин Хардинович и Ергазин Ренат Серикович. Они привели меня в этот спорт, ставили все волейбольные навыки мне. Потом, когда я перешла в команду «Алтай», тренером был Матвеев Денис. Это тренер с России, очень хороший. Сейчас, на данный момент, у нас был тренер из Сербии Марко Гыршич. Мадина, өзің сияқты жас буын, жас өспірімдерге қандай тілек айтасың, қандай кеңес бересің, сен секілді үздік болу? Я бы хотела пожелать подрастающей молодежи соблюдать здоровый образ жизни, делать то, что любите, любить то, что делаете. Спорт – это сейчас очень актуально в наше время. Занимайтесь, и вы будете самыми лучшими. Мадина, арнайы уақытыңды бөліп келгеніңе алғыс білдіреміз. Алаш жұртының айбынын асыра бер, жеңіс тілейміз саған. Қадірлі тұғырлы тәуелсіздік бағдарламасының көрермендері, бүгінгі шығарылымды тәмамдаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше, жеңісті күндерде жолыққанша.